Юные самбисты из разных регионов СКФО борются за звание лучшего на ковре. Для каждого из них это возможность заявить о себе. Поэтому настрой исключительно на победу. Я занимаюсь самбо уже 3 года, и я участвовал на СКФО. Я проиграл за 3-е место. Сегодня я выиграл уже 3 схватки, и я уже в финале. У меня настрой только на победу. Открытое первенство республики собрало на своей площадке спортсменов из Северной и Южной Осетии, Ставропольского края, Чечни и Кабардино-Балкарии. Всего 110 ребят 2012 и 2013 годов рождения. Я много раз приехал здесь. Сегодня чуть-чуть расслабился. 2 схватки выиграл, 1 проиграл. Открытые чемпионаты, где принимают участие спортсмены из разных регионов, это не только возможность показать свое мастерство. Такие турниры укрепляют дружеские отношения между ребятами, убеждены тренеры. Мы не первый раз приезжаем в Северную Осетию, Аланию, потому что у нас очень много друзей и среди тренеров, и среди спортсменов. И мы с удовольствием приезжаем сюда. Мы сюда привезли около 30 человек, чтобы они сегодня поборолись. Вот эти турниры для наших ребят это, как говорится, чисто вот братские отношения, да, чтобы в ребятах они всегда чувствовали всегда дружбу между собой. Нам очень приятно, да, вот когда вот такие братские дружественные отношения с родными нашими братскими республиками. Турнир приурочили ко Дню защиты детей. В планах у организаторов сделать первенство ежегодным. Подобные мероприятия нужно проводить. Я в этом убедился, потому что у наших ребят, да и в принципе у соседей, возникает этот стимул, принцип соревновательности. И они достигают в этом случае хороших результатов не только в спорте, но и в жизни. Хотелось бы отметить, что наши коллеги, представители фамилии Козаевых, очень активное участие принимают в этом мероприятии, за что им отдельное спасибо. Несмотря на юный возраст, спортсмены показывают высокий уровень подготовки, отмечает судейская коллегия первенства. На сегодняшний момент спортсмены, присутствующие здесь, с Кабарды, с Чечни, очень хорошие ребята, которые показывают достойный результат, являются и призерами первенства СКФО, и призерами первенства России. Поэтому турнир на сегодня такой, имеет серьезный уровень. Наши спортсмены на сегодняшний момент, они борются. Есть у нас уже и финалисты, и еще идет борьба. Сейчас будет еще борьба и за выход в финал, и утешительные встречи. Все впереди. Турнир завершится сегодня. Победители первенства получат кубки, медали и денежные вознаграждения. Алина Хасяева, Давид Костанов, 15-й регион.